Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем играть в Troll Face Quest Video Memes. Да. Ну и уровень, на котором мы остановились в прошлый раз, пожалуйста, вот он. Зеленый весь из себя дедуля. И все вокруг тоже зеленые, всякие там травки, елочки и прочая дресня. И что-то надо делать, что-то надо нажимать, что-то надо клацать, но я ничего... О! Да, да, но я вижу, что оно как-то шевелится туда-сюда. Радуга. Замечательно, что? Запрыгнешь на радугу, что ли? Ха-ха-ха, действительно, радуга, это так смешно. О, гляньте, еще радуга. Еще радуга? Ни хрена себе, сколько радуг, однако. Мне кажется, какие-нибудь маленькие пони или единороги должны сейчас тут бегать. Четыре, блин, радуги. Уровень не пройден, конечно же. Ну-ка еще раз пробуем. Так, подождите, подождите. Я чувствую, что мы сейчас придем к тому же. Дед, ты, может, что-то сделаешь? Нет, на, залезай на радугу куда-нибудь, как-нибудь. О, смотрите. Когда две радуги надо нажать, и он начинает что-то молиться кому-то, богу радуги, наверное. Я не знаю, кому, уровень пройден, поехали дальше, короче. Так, это у нас, наверное, Plants vs. Zombies, я так понимаю, обыгрываются. Хотя это не Troll Face Quest Video Games, но похоже на... Такого я явно не ожидал, ну-ка, подожди. Это что ж такое? Это что ж за садомия это происходит? О, Сквидвард, здравствуй. Ты немножечко похорошел прямо. Ты уверен, что у тебя есть повод смеяться, чувак? Ты только что был под солнухом, потом стал каким-то бешеной коровой, осьминогом. Так, ну подождите. Как-то... Да не, подождите, подождите. Во! Во, я знал, что надо оттянуть на каком-то этапе. Какая-то непонятная пчелочка или муха, или еще какое-то говно. Давай. Что дальше? Уровень пройден. Ну ладно, окей. Слоумо, замедленный режим. Ну давай, замедляй его. Очень замечательно. Просто замечательное видео человек снимает. Это великолепное, гениальное. Чувак, это даже не вайн. Это я не знаю что. Ты хочешь просто смеяться в камеру и все? А сказать что-нибудь осмысленное, нет? Ну-ка, зажигай. Е-о. О, получилось. Наверное, получилось, да? Отлично, уровень пройден, мы замедлили все-таки его потрясение. О, это я знаю, это, как же его зовут? Крис Хэтфилд, кажется. Крис Хэтфилд, по-моему, это космонавт, который написал книгу о своей космонавтике, о том, как он летал в космос, там, и готовился к этому. Я, кстати, эту книгу читал, очень интересно написано. Плюс, мало того, он еще там в космосе перепел песню Дэвида Боуи «Space Oddity». И сейчас он начнет. Да, ну, правда, он пел немножко лучше, чем тут показано. И вот такого не было. Вот такого явно не было, блин, в этом, в видеоклипе, на котором он это перепел. Ну-ка, что будет здесь на конце идти? Ты посмотри, у тебя гости! У тебя слушатель благодарный, чувак! О! Ну, хорошо. Теперь ты будешь моим вечным зрителем, да? Уровень пройден. Погодите, уровень пройден. А есть ли тут где-то... О, кстати, это мне напомнило. Это мне напомнило, что я в одном из уровней просрал. Давайте-ка я сейчас покажу вам. Во, вот в этом, 16 уровне. Раз, мне просто писали об этом, что я просрал тут утиные лапки. Давайте. Ого, тут еще... Ой, блин, тут еще, смотрите, вот эти уровни. Ну ладно, хрен с ним. 30-й. Короче, дофига. Может быть, даже за эту серию не справимся. Так, значит, у нас... Трубы. О, гляньте, замечательно. Это, ну, тут сразу видно. Значит, у нас трубы. По идее, мы якобы должны выставить трубы в правильном направлении каком-то. Но, скорее всего, это ж ни хрена не сработает, да? Чё ты там? Чё ты там подтявкиваешь там? Помалкивай давай. Без тебя разберусь, как куда чё вращать. Тебя, наверное, козла надо заткнуть, да? Да я не верю, что тут надо реально головоломку решать. Скорее всего, нет. Послушайте эту чарующую озвучку. Ну вот так вот, что ли? Понеслась. Нет, ему это не нравится. Смотрите-ка, я нашел, кажется. Вот так вот надо сделать. Давай, затапливай это говно. Давай, следующий уровень, поехали.
Играем музычку с котиком? Тынь-тынь-тынь. Куда нажимать? Мяукающий тролл. Кота-троллокот, кота-тролл. Мя! Никогда не думал, что такое увижу. Ну окей, теперь ты. Чё ты? Чё ты это расстроился? Давай, сбацай, я уверен, ты можешь еще лучше. А ну, а если... Ну и ты теперь давай. Блин, я так быстро не могу слушать. Может, надо класснуть куда-то здесь? Чувак, давай, помогай. Помогай, мы не успеваем. Мы не справляемся. Давай, давай. Зараза, вот это Стиви Уандер, блин, просто наигрывает тут, я не знаю, Моцарт, Вольфганг Амадей, кошачий. Давай, блин. А какая музыка, да? Вот я молодец. Просто супер. Я творец, я великий музыкальный новатор просто. Ух, офигеть, только ни хрена мне не получается, на самом деле. Кошка играет лучше меня. Позор. О, смотрите, подсказка была, и написано, клацни ей на нос. Ну, я класснул, смотрите. Она мяукнула так, миленько открыла рот. Ну и что, и зачем? Мяу. И чё? Мяу. Окей, хорошо, это тоже решение конфликта. Идем дальше. Тролл. Ну давай, погнали. Запускай. Вообще качает бит просто. Невероятно, да? Это что такое? Что это за световая палка? Световой меч какой-то, непонятно. На кого из вас нажать? О! Да, вы знаете, диджеем мне никогда не стать, судя по всему, потому что то, что сейчас выходит из-под моей пластинки, совершенно неслушабельно. Остановочка. Так, теперь клацаем на кого-нибудь. Так, ребята, ребята, кто из вас хочет каким-то образом изменить что-либо вообще? Ну-ка, еще раз. Смотрите, прикол в том, что он хмурится, а сейчас он улыбается. То есть, суть такова, что когда им весело, ему грустно, а когда ему весело, им грустно, да? А надо, чтобы весело стало всем. Как же этого достичь? Вот человек веселится, смотрите. Вот это я понимаю, вот это отношение к отдыху. Когда у тебя уже спина просто напополам разломится от таких вращательных движений, черт его знает. А это просто тык-тык-тык на месте. Вот, вот, учитесь, как отжигать надо. Так, беру подсказку, я не знаю. А, вот так провести? Что? О! Нормально. Блин. Отлично. У вас новое достижение. Уровень 25-32 завершен. Следующий. И еще нужно сотня, мать его. Сотня тролларов. Черт бы побрал. Ну ладно, сейчас буду зарабатывать на мини-играх. Накопил я пердежом в лифте. Ну, те, кто смотрели прошлые серии, поняли, о чем я говорю. Это потрясающая вот эта мини-игра. Пердеж в лифте. Их уже четверо, офигеть. То их было трое, я еле справился. Ну окей, это все не важно. Давайте, следующий уровень, 33-й. Вау, хороший досуг у молодого человека. Давайте-ка нажми. Чувак, а у тебя что-то еще твой компьютер показывает? Нет, у него он настроен на определенную волну вещания, я так понимаю. Печально, вообще печально. Деградация налицо. Это что такое? Это нахрен что такое? Ну-ка, а теперь... Типа он пытается за ними повторить, но у него не шибко-то выходит. А за этим повтори? Нет, тоже не особо. О, гляньте, тут же еще луна. Ох, луна сейчас, наверное... Луне сейчас, наверное, будет стыдно на это смотреть. Ну-ка, давай, жги. Луна сейчас такая возьмет и врежется просто в землю, когда это увидит, нет? Смотрите, надо зажать на луну. Подсказка. Мне тут подсказывают, что надо зажать на луну. Но я зажимаю. Нифига себе! Экстренный выпуск. Что это? Ну я понял. Суть в том, что бы в мире ни произошло, он все равно будет пялиться на жопы. Да, это такая... О, Ice Bucket Challenge, да. Это я как-то проходил. Так, подождите, я вот не помню. Я не помню, как именно я проходил. Может, я как-то куда-то... Ice Bucket Challenge, да-да-да. Так, еще раз, подождите. Хорошо, а что же я делал-то? Я это точно проходил тогда год назад. Как-то за что-то я куда-то потянул. Или... А, в сторону! Или вообще как? Подождите. А ну. Во-во-во-во-во! Да-да-да, да, давай.
Погнали. Как это весело. Давай, следующий левел. Вот этот уровень я точно не знаю. Это нечто интересное. Господи. Привет, красавчик. Или красавица, я уж не знаю. Это знаете что? Это клип. Клип исполнителя Готье. Готье и Кимбра. Somebody that I used to know. Я понял. О, получилось. А где это? Вторая-то. А, вот вторая должна появиться. Я должен что-то для этого сделать. Так, а что же для этого, блин, сделать? Черт его знает. Надо, чтобы все было либо красным. Все одного цвета попробуем сделать. Да ну, тут зеленый, блин. Я не понимаю. Так, может быть, вообще суть не в этом. Не в том, чтобы сделать один цвет, а в том, чтобы убрать зеленый, например. Вот, смотрите, я убрал... Я не знаю, ребят, я не знаю, это какая-то жесть. В общем, я подсмотрел. Вот тут надо зажать, смотрите. Вот так зажимаем и... И... Ну... Да, это певица Кимбра в исполнении игры Trollface Quest Video Maps. Потрясающе. Следующий уровень. О, это да, это было. Они сейчас, по-моему, в космосе будут лететь на, собственно, на силе собственного пердежа, если я не ошибаюсь. Как этого достичь, правда, я не помню. Так, ну-ка, подождите, давайте. Как-то его вниз или вверх или что-то. Или очень часто на нем надо нажимать. Да куда ты, куда тебя засасывает, я не понимаю. Ты чё, блин, из ваты, что ли, сделанный? Я не понимаю. Первый раз вижу человека, который, сидя на толчке, смывает воду, его засасывает. Вообще, чувак, ты какой-то странный. Тебя не учили, что надо... Делать это в отдельном закрытом помещении. Тебя вот это вот вообще не смущает, что какой-то мудень стоит и пальцем своим кривым. Может, с этим надо что-то делать, я не знаю. Может быть, надо уединиться было где-то, тебе не кажется, приятель? О, гляньте, во! Так, вспомнил, да, действительно, так оно и есть. Давай, полетели. И сейчас будет. Да, да, я помню это. Это был один из самых классных уровней. Вот в той демо-версии, в которую я играл больше года назад. Поехали, следующий. Так. Так, это кто? Это к чему? Непонятно. Ну ладно, хорошо, клад. Вообще просто нереальный танцор, вы посмотрите на него. Блин, что-то знакомое, честно говоря. О, уточка, уточка. 10 из 10, отлично, всех достал. 10 уток нашел. Все, он больше не танцует. Он расстроился. Пришел в райское место, в тропическое, и расстроился. Какого черта? Ну-ка, давай еще раз. Раз, два, может, что-то надо сделать тут в Москве? Нет, ничего не надо. Орехи, орехи как-то снять. Камни, камни опустить. Давай, орех ему на бошку, я не знаю, чтобы он из депрессии своей вышел. Ну, поехали дальше. Пляши дальше, что ты? Давай, еще столько всяких стран и городов и всего на свете. Мать твою! Ни хрена себе! Я тут везде крутил-вертел, а оказывается, надо было просто вот в этом вот, вот в этом уровне вот так вот поднять как-то. Как у меня это вышло? Во, вот так, за край. И оказывается, что тут какой-то телевизор стоит и вообще, да. Месседж, посыл просто невероятный, но я его не понял абсолютно. Поехали дальше. А вот на этих очаровательных детишках, я думаю, мы и прервемся. Потому что, смотрите сами, еще два уровня здесь, два бонусных уровня, плюс еще 6 новых уровней для следующего видео. Так что на этом все. Если вам понравилось то, что увидели, то ставьте лайк, пишите что-то в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.